пустое купе садится программист, достает ноутбук, начинает работать. Через некоторое время к нему подсаживается батюшка, едут они пару станций, и батюшка ему говорит: «Сын мой, там в вагоне-ресторане очень аппетитные жареные крылышки. Пойдем вместе пообедаем». Программист говорит: «Нет, батюшка, понимаете, у меня мало времени и много работы. Мне работать нужно». «Ну ладно». Пошел батюшка один. Возвращается веселый. И едут они дальше, проехали пару станций. Батюшка ему говорит: «Сын мой, там через два купе подсели картежники, играют в покер на интерес. Пойдем с ними перекинемся пару партий». Программист говорит: «Нет, батюшка, вы меня извините, у меня много работы и мало времени, мне нужно работать». «Ну ладно». Пошел батюшка сам. Возвращается, едут они дальше, проезжают несколько остановок. Батюшка говорит: «Сын мой, там через два вагона очень аппетитные, интересные девочки. Пойдем с ними познакомимся». Программист говорит: «Нет, батюшка, вы меня извините, у меня много работы, мало времени, мне надо вот заказ сдать, тороплюсь». «Ну ладно». Пошел батюшка один. Возвращается такой румяный, веселый, слегка подвыпивший. Поезд прибывает уже на конечную станцию. Батюшка собирает вещи. Программист тоже закрыл ноутбук, в сумку сложил и говорит батюшке: «Батюшка, вот вы мне скажите, почему мне в жизни так вот тяжело живется? Я что, живу как-то не по Библии? Либо, может быть, нарушаю какие-то заповеди? Может быть, я как-то живу неправильно?» Батюшка ему отвечает: «Нет, сын мой, вот как раз ты живешь правильно, но зря».